Я всех приветствую. Зовут меня Ирина. Я участница суперкопилки с 2019 года. 13 мая суперкопилка отметила свое 9-летие. Это очень здорово. Я записала отзыв, запустили акцию поздравлений суперкопилки. Речь сегодня пойдет не о поздравлениях, а речь сегодня пойдет о новой акции, которая уже запустилась. Это гранты в честь 9-летия суперкопилки. Давайте узнаем об этом подробнее. На сайте появилась статья «Акция гранты к 9-летию суперкопилки». Грант в нашей акции – это сумма средств, которая будет начислена участникам, принявшим участие в акции, чтобы на эти средства они смогли увеличить свой пассивный доход. Благодаря полученному гранту вам легче и дешевле будет увеличить свой пассивный доход. Размер гранта зависит от вашего дополнительного взноса, который вы сделаете для создания желаемого пассивного дохода. Пример. 8000 ТЭТ, размер гранта 2000 ТЭТ. 4000 ТЭТ, размер гранта 1000 ТЭТ. 2000 ТЭТ, размер гранта 500 ТЭТ. 1000 ТЭТ, размер гранта 250 ТЭТ. 500 ТЭТ, размер гранта 125 ТЭТ. 250 ТЭТ, размер гранта 62,5 ТЭТы. Для участников, уже имеющих пассивный доход, под дополнительным взносом имеется в виду взнос, который надо сделать сверх того, что участник планировал сделать по своей стратегии пассивного дохода. Более подробное объяснение дополнительного взноса описывается в статье после условий акции, ну то есть новыми деньгами. Условия очень простые. Вам предоставляется расчет новой стратегии пассивного дохода с увеличенными выплатами. Вы постепенно вносите дополнительный взнос, выстраивая новый увеличенный пассивный доход. И как только весь дополнительный взнос будет внесен вами, вам начисляется грант. Условия акции. Сроки проведения с 14 мая 2022 года по 10 июня 2022 года, то есть 4 недели. Принять участие в акции могут все участники сообщества, у которого построена стратегия пассивного дохода, СПД сокращенно. Третье. Увеличьте пассивный доход и получите грант до 2000 ТЭТ за сделанные дополнительные взносы. Четвертое. Дополнительный взнос – это взнос, который вы сделаете сверх той суммы, которую собирались вносить до участия в акции. Пятое. Грант на увеличение пассивного дохода зависит от внесенного дополнительного взноса. То, что я вам рассказала выше. Шестое. Подайте заявку на участие в акции и индивидуальный расчет увеличения выплат по стратегии пассивного дохода через раздел «Помощь» в вашем личном кабинете. Вот здесь вот показан скриншот. Выбираете раздел «Помощь», тема обращения «Заявка на участие в акции. Гранты к 9-летию суперкопилки». И пишите текст. «Здравствуйте. Хочу принять участие в акции. Прошу прислать расчет стратегии с учетом дополнительного взноса в размере 2000 ТЭТ, ну, либо 1000 ТЭТ, либо 500 ТЭТ на ваше усмотрение». Седьмое. Получите индивидуальный расчет увеличения стратегии от специалиста суперкопилки. В течение 24 часов после заполнения заявки вам на почту поступит готовый индивидуальный расчет увеличения стратегии пассивного дохода, отвечающий условиям получения гранта с дополнительным взносом. Обязательно ознакомьтесь с ним. Восьмое. Подтвердите свою готовность участвовать в акции согласно индивидуальному расчету специалиста, направив свое согласие в ответ на полученное письмо с расчетом новой стратегии. Девятое. Создавайте программы с еженедельными выплатами новой высоты согласно полученному расчету на собственные средства. Десятое. Срок внесения дополнительного взноса необходимо вносить до тех пор, пока он не будет внесен в график в полном объеме, примерно в течение 12 недель. 11. Получите грант. Как только весь дополнительный взнос будет внесен, вам будет начислен грант на счет предоплаты для завершения построения своей стратегии пассивного дохода новой высоты. 12. Дополнительный взнос и грант используются исключительно на увеличение будущего пассивного дохода согласно индивидуального расчета. Сначала вы увеличиваете пассивный доход собственными средствами, каждую неделю небольшими частями. И как только сделан суммарный ДВ по условиям акции, вам начисляется грант. Средства гранта вы используете как добавку к своему ДВ для создания программ новой высоты. 13.
следовать индивидуальному расчету. На протяжении 16 недель, пока вы не получите на баланс первую выплату новой высоты, созданную на 17 неделе согласно расчету, необходимо следовать индивидуальному расчету. Это соблюдение высоты графика выплат на 17 неделе. Высота графика выплат должна быть не ниже, чем в индивидуальном расчете, а карма увеличиваться еженедельно на 25%. Другими словами, нужно следовать рассчитанной стратегии до момента выхода на пассивный доход нового уровня. 14. Выполнение условий. Когда поступит первая увеличенная выплата на баланс с новой высоты стратегии, условия со стороны участника будут считаться выполненными. 15. Несоблюдение условий. В случае несоблюдения одного из условий акции, служба безопасности проекта будет произведен возврат ранее начисленного номинала гранта. Порядок возврата гранта описан более подробно ниже в статье. Вывод средств. В течение 17 недель, пока не наступила выплата новой высоты, можно выводить партнерские и часть пассивного дохода, который, согласно рассчитанной стратегии, не является дополнительным взносом. Заполняйте свою заявку, получите свой грант на создание желаемого размера пассивного дохода. Друзья мои, вот еще самые подробности несоблюдения условий, пояснения по дате начисления гранта, пример расчета финансовых планов и дополнительного взноса. Почитайте, пожалуйста, сами. Если вам что-то будет непонятно, вы можете задать вопрос в службу поддержки. Я под видео в YouTube вот эту ссылочку оставлю на эту статью. Если вы хотите приумножить свой доход и иметь главный продукт суперкопилки – пассивный доход, в любое время, при любом кризисе в мире, пассивный доход – это то, к чему стремится каждый участник. Скорее регистрируйся по этой ссылочке, которая будет под этим видео. Свяжись со мной, мои контактные данные находятся под видео. Я тебе расскажу все, что знаю о суперкопилке. Пока-пока!